Ну, конечно, зашел в гости к дяде Стасу. У него тут процесс идет творческий. Да. Дорогие друзья, это будет большущая щука. А вот хорошая щучка. О, какая. Отлично. Которая повиснет на нашу инсталляцию под кодовым названием «Иван Озеро». Вот, оно будет обозначать, как бы, что мы находимся в прекрасном месте на Иван Озере Забайкальского края. Вот, Читинский район. Это, во-первых. Во-вторых, щуку мы, конечно же, раскрасим. Она будет красивая, краски имеются. Вот, что еще? Будет вот такое солнце висеть и будет крутиться на ветру, чтобы, так сказать, символизировать хорошее настроение. Вот, потому что у нас же на Иван Озере много всяких приколюх хороших, но основная приколюха — это солнце, хорошее настроение, легкое вино. Вот, щуки также ловятся, кто любит. Вот, и еще пришлепаем пару уток. Уток пока нет, есть только лекала. Вот такую вырежем, будет флюгерутка. Пока щуку мажу не маслом для жарки, а для покраски, готовлю олифой. Обмазываю, чтобы она как бы не это самое, не сильно брала краску и подольше прожила, поскольку штука деревянная. Вот уточку из фанерки.